И всем снова здравствуйте! Приветствую вас на моем втором видеоуроке, посвященном музыкальному материалу группы Ранетки. Сегодня познакомимся с партией ритм гитары песни «О тебе». В оригинальной тональности в песне присутствуют следующие аккорды: АМ ля минор, ЕМ ми минор, С до мажор, Д ре мажор. Но в отличие от предыдущей песни, порядок смены аккордов для куплета и припева отличается. Для куплета он следующий. Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. И для припева. О тебе, все мысли о тебе. Слезы для тебя, все песни до последнего дня. Еще раз повторим порядок смены аккордов для куплета и припева. Куплет. АМ, ЕМ, С, Д. Припев. С, АМ, ЕМ, Д. И, наконец, сыграем то же самое вместе с записью песни. Итак, вначале выжидаем вступление клавишных, затем вступает ритм гитары. Сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно, может, рано опоздать или бежать за тобой. А тебе все мысли. Еще после окончания куплета проигрываем такой небольшой музыкальный проигрыш. Выглядит он вот как. Первая струна третий лад, потом делаем слайд скольжение на второй лад, потом на второй струне третий лад и на третьей второй. То есть... И снова ритмический рисунок я показываю без медиаторов. То есть, первый аккорд АМ проводим просто как бы пальцем сверху вниз, такое небольшое арпеджиато. Затем идет ритмический рисунок. Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Табулатуры ко всем аккордам, входящим в песню, я дам в конце этого видеоурока. И также дополнительно покажу табулатуру вот этой соло-партии. Всем удачи в игре и повторюсь, вопросы, которые у вас возникнут во время просмотра этого видеоурока, оставлять мне в личные сообщения. Мой логин на сайте ranetkiland.ru будет указан в конце видеоурока.
если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно, может, рано опоздать или бежать.